בוקר טוב שלום לכם, פרדרשן סמי קדושי הלכות, ירצון שדברי תורה לנשמת כל המסורים וכולם, אבי התרשים, מורחמים, מורחמים בן זבוב, וגם בכור בן דברו, כבר גם חיים גבן רחל. להצלחת המסורים ופועד המסורים, שלום בארץ בעולם, סם, חג ט"ו בשבט שמח, סיון בעזרת השם, אושן פלדרות נדין, דוקטור פרדרשת מליצה בעזרת השם, чтобы дети, внуки, соседи, знакомые, без рада чем благополучно женились, вышли замуж. Без рада чем всем, кто хочет детей, чтобы Бог без рада чем дал детей. Чтобы без рада чем мы нашли хорошие кошерные троги, все арбамии, без рада чем на праздник Суккот. Говорит Аллаха сегодня, спрашивает вопрос. Аим крият шна мигра веха торгум и хова. Обязаны ли мы читать недельную главу два раза на иврите, один раз в переводе? Говорит Аллаха, что да, каждый человек перед шаббатом должен закончить недельную главу. Два раза на Лашон ха-Кодеш, на святом языке, и один раз в переводе. Обычно читают в переводе на арамейский язык, но нам, если мы прочитаем по-русски тоже, чтобы когда мы придем на шаббат, на этой неделе у нас Берат Ашем Парашат Итро, 10 заповедей, остальные мицвот. Поэтому перед шаббатом, чтобы человек уже закончил эту мицву, чтобы знал, о чем говорится в недельной главе, прочитал, может быть, комментарии какие-то, или истории, связанные с этой недельной главой. Каждый еврей – это хова, обязанность прочитать недельную главу. Желательно читать пасук два раза и потом перевод. Если человеку так тяжело понять, что говорится в недельной главе, может прочитать ее один раз сразу, а потом читать еще раз и в переводе. И Хахамингар Талмуд говорит, что эта мицва увеличивает, удлиняет жизнь человека. Это чем удлиняет и его годы, и его дни. То есть в течение дня он успеет сделать намного больше, чем обычно успевает нормальный человек. Спрашивает Аллаха, должен ли я обучать этому своих детей? Говорит Аллаха, что да, человек должен своих детей приучивать к этой мицве, чтобы они читали и недельную главу на Лашон ха-Кодеш и в переводе, чтобы и также наши дети привыкли к тому, что перед шаббатом я уже должен иметь понятие, уже должен недельную главу пройти и знать о том, что там говорится. Баруха Дунай Ла Улам. Амин. Амин. Так, благодарю.